На дворе утро, а на улице, вооружившись веником, уже работают маэстро чистоты. Ирина Васюненкова подметает участок от Толстого до Жуковского с 5 утра до часу дня. Люди по-разному, в меру своей воспитанности. Кто-то бросает, доходит до урны, кто-то с пониманием относится. Вообще благодарные люди, конечно, труд тяжелый, но все живут в этом городе, и хочется, чтобы он был и чистый, и красивый. На помощь приходят спецмашины. По городу мусоровозы работают с 5 до 7 утра. Всего в городе 25 мусорных маршрутов. Уборка мусора на этих территориях производится ежедневно. Специальная комиссия регулярно будет проводить рейды по контролю работ управляющих компаний и своевременного вывоза мусора с контейнерных площадок. Если контейнерные площадки находятся вблизи рынков, недостаточное количество договоров, да, с рынком или еще с двумя-тремя предпринимателями, по сути, необходимо обеспечить заключение договоров со всеми торгующими на этих территориях, и, соответственно, вывоз будет осуществляться более эффективно и качественно, потому что люди будут платить за вывоз мусора, а не сгружать все в контейнерные площадки. На сегодняшний день в Симферополе размещено более 1500 контейнерных площадок для твердых коммунальных отходов. Также установлены специальные контейнеры для вывоза крупногабаритного мусора по договору. Акимесия Дометова, Рамазан Аливапов, телеканал «Милет».